Итак, очередной мини-обзор товара, купленный в сети Линги. Это память DDR3. Да, вроде бы она уже устаревшая. Ну, я покупаю, так сказать, для родственников купил, подобрал им эту память. У них компьютер, так сказать, немножко постарее. Да, сейчас уже память DDR4, а это DDR3. Ну, тем не менее, она сейчас популярная. Значит, выбрал с радиаторами, чтобы небольшое было охлаждение. Радиаторы, хоть и большие, видите, да, вот, то есть память заканчивается вот здесь вот где-то. И вот эта вот высота уже радиатора. Ну, там у меня башни охлаждения нету, там обычный боксовский кулер, который не будет мешать вот данной установке памяти. То есть высота здесь не имела значения, я взял, так сказать, чтобы они, ну, чтобы данная охлаждалась хорошо, данная память. Так, VNGC, Corsair, память корсаровская. Значит, радиатор расположен, видите, полностью на всей памяти. Захватывает. Так, DDR3, 8 гигабайт, 2 по 4. Ну, то есть комплект я покупал, 2 по 4. Значит, 1600 мегагерц. Тайминги 99924, 1,5 вольт. Версия 5.20. Made in Taiwan. Ну, вот здесь такие вот. Достаточно массивный радиатор такой, хороший. Так, вот вторая планка. Ну, достаточно это, она для разгона и не нужна, эта память. Так вот, установил, чтобы она 1600 МГц, достаточно ей для работы. Серийный номер здесь есть, вся память защищена вот этим корпусом, радиатором. Ну, такой металл, даже не металл, ну, не знаю, что это, вроде такой легкий металл, вот сам этот вот радиатор из железки состоит. Так, вот он был в таком прозрачном боксе, упакованный хорошо. Значит, вот сама коробка. 2 по 4 гигабайта Corsair. Ну, адаптировано, написано, для Intel Coral i7, DDR3. Так, Made in Taiwan. Здесь все практически по-английски. Произведено с использованием только специально подобранных микросхем DRAM, протестированные на производительность и надежность. Модули памяти VNGC обеспечивают скорость, стабильность и совместимость, а также прекрасно подходят для разгона. Обеспечиваются ограниченные гарантии на весь срок эксплуатации. Ну, вот здесь, на данном случае, гарантия пожизненная вот на эту. Ну, установка, естественно, по ключу, вот по данному, вот ключ здесь на самой это, то есть не ошибетесь, да. Ну, так сказать, вот такой мини-обзор.